Заседание общественного совета по вопросам ЖКХ прошло в Уссурийске. Одной из главных тем стали нововведения в законах по вывозу коммунальных отходов. Территория контейнерных площадок должна быть очищена от мусора управляющими компаниями. Грызуны и насекомые уничтожены. Сотрудники приморского экологического оператора уборкой ТКО рядом со специальными емкостями заниматься не обязаны. Если раньше это был вопрос подвешенный воздух, то сейчас все прописано законодательно. То есть за это отвечает управляющая компания. Поэтому знакомьтесь с новым СанПином, чтобы не было там недопонимания. За прошлый год приморский экологический оператор вывез около 30 тысяч КАМАЗов твердых бытовых отходов. Отметим, что в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа планируется строительство нового полигона ТБО с мусороперерабатывающим комплексом. В феврале 2021 года заключен договор с подрядчиком на отлов беспризорных животных. Специалисты станут выезжать по факту обращения граждан. Уже поймано 46 животных. Их проверяют, их стерилизуют, их чипируют и выпускают в естественную среду обитания только тех животных, которые не представляют опасности. В округе планируют благоустроить 30 дворовых территорий. На это потратят более 62 миллионов рублей. Практически вся сумма поступила из бюджета края. Уже составлены сметы и получены экспертизы. Ремонт начнут в апреле, закончат 1 сентября. Намечается также обновление общественных пространств в районе старого центра, а также по адресу Некрасова, 46. Работы будут проведены с 22 марта по 14 августа. Реконструкция городского парка запланирована на следующий год. Игорь Антонов, Телемикс.